Всем доброго времени суток, YouTube. И мы сегодня на горной реке. Опять же, с моим другом Андреем. Сегодня мы поднялись опять для нас чуть-чуть неизведанные места. Каждый раз мы пытаемся в этой жизни быть там, где мы не были. Я не обманываю, Андрей, зрителей. Красота. То есть, видите, опять же, горные реки, они все почти одинаковые. Ну, как одинаковые, везде горы. Везде сопки, везде природа. И сегодня получается вот время такое, вроде бы что-то это, и вроде бы что-то не это. Пытаемся мы, конечно, еще раз попробовать и крупного хищника, и не очень. Есть у нас удочка на хариуса. Вот мы попробуем. Ну-ка, что у нас Андрей навесил? На хариуса. Видишь? На хариуса, да? Так это, слышу, у тебя там воблер размером из хариуса. Ты там навесил на хариуса, блин. Тут собрались, комплекты у меня, как всегда, для меня стандартный. Есть в коробочке у меня вот маленькие воблерки для более мелкого хищника, есть большие воблеры, и есть у меня в ящике очень большие воблеры до 30 сантиметров и весом 120 грамм. Вот я смотрю, такие очень хорошие чистые заливы. Я вот на этой реке неоднократно ловил щуку. Даже очень большую, даже по западным меркам. Тут очень большая щука есть. Но я думаю, увлекаться мы этой щукой не будем. Хотя, в принципе, время как раз такое, что щука должна начинать катиться. Ну, баловаться щукой мы не будем. У нас стоят другие задачи. Не за щукой мы приехали. Однозначно. Туда смотреть, везде справа горы, слева горы. Видно, что здесь вот в низовьях мы были вот на неизведанной реке. Поднимались, там у меня видео есть. Мы вот видели, что там уже листва вся почахла, уже опадает все. Здесь вы видите, в более низких широтах, да, как бы сказать, видно, что еще даже листва толком не опадает, в воде даже листвы нету. Все еще зелененькое, растет трава, совсем другой климат. За перевалами гор там уже совсем другая тема. Ну вот первая наша добыча. Ох, какой! Ой, красавец! Да, помочь? Сейчас посмотрим. Еще на лайтовый спиннинг. Ну, он сейчас порадует, конечно. Ну, вот здесь, конечно, он рыба, конечно, совсем других размеров. Сейчас нас относит на перекат, мы маленько подработаем. Но пятнистик очень хороший. Видно, что там нас наносит на перекат. Ой, еще и местный. Видите, в чем проблема? Течение, заломы. Лайтовый спиннинг просто в дугу уходит. Просто уходит в дугу. Я его даже подтянуть не могу. Ой, ну красавец, красавец, ну что ты? Ой, какой красавелло. Радует, просто радует. Вот он. Наш первый рыб. Ой, какой стоит лосось. Ну, лосося-то мы попробуем ушатать. Смотри, спиннинг как загибается, как спичка. Руками, без очка. Ну, конечно, у нас очков нету. Но это... Я ж не могу спиннинг сломать за такие деньги. Опа! Ну-ка покажи-ка! Ну, килограммчика почти 3. Почти 3, да? Ну-ка, покажи его на вид. Переверни по-нормальному. Да по-нормальному сейчас дернется и будет это нормально у тебя. Да ладно, ну, покажи. Смотри. Во какой! Смотри, леопард! Во! Вот это уже настоящие линки поперли! И на все 3 крючка взял. Жадненько. Еще и местные, я думал, проходные будут. Так трешка почти. Трешка, да? Да, вот. Вот кто-то у нас еще клюнул. Хорошо тянет. Ну, хороший, да? Такой. Ох, какой. Вот такой. Проходной в брачном наряде. Ох, какой красавец. Ну-ка, забирай его с лету.
Опа-не. Ну-ка покажи. Проходной. Проходной. Видите, пятна такие лососевые. Красные пятна. Признак лососевых. Ох, как он дернул. Хорошо. Хорошо. Сейчас я сниму. Ты держи. Мне снять же надо. Да я под жабу не могу завести. Какой сильный, да? Ты смотри-ка, блин. Что тут говорить? Ни хрена не голавль, да? Какой-то стрёмный, да? Блин, челюсть у бойца, как у бультерьера. Что тут, говорит, клюнул, как срезал, да, брателло? Что тут скажешь? Еще поднимемся, да? Конечно, еще поднимемся, плюс такой. Ой, еще один линярчик. Тоже нормальный. Тоже весьма ничего, да? И опять на все три, да? Ну да. Вообще пипец. Три линка подряд и все до три крючка, блин. Там проводка была неплохая под этим. Прям под бревном, да? Как я его выморщу, да? Прямо из-под бревна, блин. Фирма Liberty или Тума рулит. Неравная борьба. Мы вступили в неравную борьбу. С хорошим линярой. Фрикцион травит. Идти он к нам не хочет. Сильный, отжирается. Проходной. Да линок хороший вообще. Остроносый. Остроносый, да? Проходной? По-моему. Забери, да. Проходной, Андрюш. Аккуратненько его. Остроносик. Держи. Крепче его. И как всегда, все отменно. Как будто... Ой, какие зубчики у него. Аппетитные, блин. И вступили мы в неравный бой со зверьком. Ха-ха-ха. Ох, какой красавец. Не поспоришь, да? Вот еще один наш красавец, красавец. Подплыл. Ой, линяра, линяра. Хороший, да, линяра? На один клык засадился. Да ёлки-палки, там один клык у него всего что-то.
что-то, когда вытаскивал, что ли, пуганул, он дернулся, да? Там дернулся, но нормально. Зубастик. Ну-ка покажи, красавца. Во. Хороший лень. Ого. Да, он самый. Самый натуральный. Забирай его нафиг. Свечка. Ну, давай отпустим. Давай, отпускай, ну. Давай, я аккуратненько сниму. На, поцелуемся. Ради тебя приехали, красавец. Ну-ка, покажи зрителям, какой. О, таким мы дарим свободу красавцам. Красавец, да? И свечка, и так. Чувствуется, что не ленок по силе. Как дает, так дает, да? Танцы на воде. И-е-е-е. Такого я не встречал нигде. Конечно, таймешка-то это таймешка. Тут спора нет. Это очень красивый и мощный хищник. Несмотря, что он небольшой, газу он дает по полной. Он как его подперек, как бультерьер схватил. Как же это так, бедненький-то? Нам же еще надо попробовать с тобой что-то сделать. Что нам с тобой и делать с таким, а? За уст ты обмотался. За воблер ты зацепился. Пасть ты разевать тоже не очень хочешь. Отпускай. Ради тебя приехали, красавец. Иди. Пошел, красавец. Какой ты сильный, зверюга, однако ж. Андрей, помоги, пожалуйста, брат. Я помогу еще. Ты мне брат или не брат? Нет. Только настоящий друг поможет в тяжелой ситуации. Он какой он сильный, даже в руки не дается Андрею. Там трепещется, я его уже натягиваю. Хороший. Ну-ка покажи его, какие пятна у него красные на боках. Вон. Красавец какой, да? Жирненький, упитанный. Время подошло ему покушать.
Ну и время подошло нам тоже его покушать в виде жерехи вечерней. Неизвестно. Да ну. Линок. Хороший, ну хороший линяра. Линярчик носатый. Ты какие кульбиты выписывают. Да они сейчас все сильные, отожравшиеся. Да ты смотри. Ну вот он. Какие рывки делает, видишь? Фига. Кульбиты, просто на камеру не видно. Да ну нафиг, такая сила, да? Да сильная, что тут говорить, рыба сильная. А фиг тут его ушатаешь. Он же тут и мордой трясет, а его и воздух ему подглотить. И вот тут на 2 рубля не разведешь нахер. Хороший, да, какой? Все как один, да? Все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор. Клюв-то ты как зацепил-то, носатенький. Да линяра, Андрюха. На одном этом висит, аккуратно, сейчас измотаю. Линяра большой. Да ты его... У тебя кепка эта с козырьком. У тебя шнур бьется. Я его ближе не могу подвести. Ты его козырьком отшибаешь, как клювом. Сейчас еще поднимемся. Ну-ка, покажи красавца в полный рост. Я думал, это и мешонок. Давай, Чип и Дейл спешат на помощь. Носатый. Ох ты! Ох ты! Конечно, кто еще такое может вытворять? Танцы на воде! Конечно, таймешка! Найди, брат! Неужели ты глаз повредил, а? Ах ты! Не, слава богу! Глазик у тебя целый! Вот ты какой малышек, пятнистик. Му-му. Конечно, мы тебя, дорогой, отпустим. Сколько мы их уже сегодня выпустили, этих таймиша, да? Это что снимаем, а что еще и не снимаем, да, брат? Редкое зрелище, да? Линок, да? Да какой линок? Кто так еще мордой трясет, кроме таймишки? Давай, давай, кидай, 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 сейчас поймаешь. Я тебя не занимаю, пока над местом на этом проходим, над перспективным местом. Я его сейчас уведу, чтобы тебе тут не мешаться, брат. Красавец, иди сюда. Ух ты. Опа. И сам ушел. Ну это ж просто красавец, блин. Как его тут показать? Беги.
Ой, пошел, пошел, пошел. Фух. Решили мы с Андреем перекусить. Рука бойца колоть устала. В таком вот живописном местечке. Там у нас растут два кедра. Утес с багульником. Багульник сейчас не цветет, но по весне он цветет. Такое место очень красивое. Ну и соответственно мы сейчас и перекусим. Что у нас тут на закусь? Понятно. Подожди. Кину вот так вот. Да? Ступочки встанут. В спартановских условиях. Буль-буль-буль. Хрум-хрум-хрум. Не пьянки ради. Еще останется на разок. Ну что, брат? Смотри. Там огурцы есть. Малосоленые. Сало. Огурчики-то, конечно, надо хлопать. Малосоленые это. Че их не хлопнуть? Конечно, сейчас хлопну. Слышь, братан, с тебя надо снимать заклинание, короче. Невезение. Ну что, нигде не мой. Ну, держи сейчас я с тебя заклинание сниму. Все. Так тогда не снимется, блядь. Все, заклинание невезения с брата снял. Это как у женщин, знаешь, бывает там. Зубная боль во время месячных. Не дать, не взять. Ой, блин, давай, брател, за тебя. Ну ничего, завтра наверстать что-то. Да конечно, блядь. Зато завтра как хлопнешь там килограмм на 30-40 таймешку, блядь. Я просто на мелочь не хочу размениваться. Да, конечно, я ж тебя знаю, так потом как хлопнешь на 30-ку сразу же. О, малосольный огурец. Эх, какой ты молодец. Чтобы мы сегодня поймали более чем надо. Таймешек всех выпустили. Правильно. Всем тайменям была дарована свобода. С нами были спиннинги Black Hole. Приманки. Были от фирмы Ютума, либо Liberty по-старому. Были такие кранки, как Самбо. Все очень просто и дешево. Кто там у нас? Такой сильный. Не хочет сдаваться, однако таймешка, наверное. Линера, ты смотри, как крутится. Ты смотри, ох ты. Ох, как радует душу. Вот он попер. Ох, 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 ох. Носатый, носатый. Я говорю, тут место такое, блин. Ну ты видел, забросы какие. Ох ты, прямо с этим брачным наряде с красными пятнами. Ух ты. Ну-ка, покажи его боком. О, какие пятнышки, смотрите. Прям вообще красавец, красавец. Прям в яблоко, конь не в яблоко, да? Держи. Да ты чего, прям на все держи его.
Даже челюсть не разжимается на все три крючка, блин. Да елки-палки. Как так, да? Вот это он дал в стороне угля, да? Ох ты красавец! Ох, что ты вытворяешь-то? Линярчик? Давай, кидай, я сам заберу. Ох, какой он. Красивый. Сейчас вернемся, Андрюш. И потом ближе к берегу, если я кинул со своей, мощь, блядь, потом не докинул. Надо. Ты не докинул просто, ну. А и докинул, потому что вот, смотри, стоять. Ну, я тебя вот нормально по расстоянию или ближе, Андрей? Нормально, да. Давай, я держу лодку. Смотри, сейчас... Есть! Смотри, видишь, они шпилят один за другим. Давай кидай. Вон сюда, по самой кусты, блядь. Иди сюда. Это самый маленький сегодня. Даруем жизнь. Давай. Это самый маленький. Иди гуляй, красавец. Только у меня, Андрюха, снос под кусты пошел, понимаешь? Есть! Ох ты какой здоровый! Ой-ой-ой! Вот это экземпляр! Ты давай, лови, лови. Я с этим сейчас буду бороться. Все в онлайн масштабе, один за другим. Вау! Как же мне его удержать на моторе? Надо, наверное, ногой порулить вот так вот, по-пацанячей. Нормальные пацаны на горной реке управляют ногой, короче. И тащат рыбу. Вот так вот, короче. Иди сюда. Да чего ты такой-то, а? Кидай-кидай, их тустая целая. Я даже, видишь, на скорости мотор держу, чтобы помедленнее несло. Под ветки, под корни, под корчами прям пролез. Вообще, вот как надо. Вот лучше не кинешь. Вот, реально, ты говоришь. Что ж такое, блин? Смотри какой. Ага. На одной губежке держится. Уйдет, не уйдет. Вот тут я вообще бросок королевский сделал. Вот вообще. Ху-ху-ху. Вот это линок хозяйский. Брателло. Ага. Вот это линяра, я понимаю. О, сорвался уже в лодке. Я сделал под корчом пролет. Вот это ты пока это с этим боролся. Есть, подсек? Ну ты спиннинг держи выше. Во! Не отпускай, все, не спеша тяни.
Не торопись, не торопись. Пусть. Во, Андрюха лупанул в онлайн масштабе. Ох ты какой! Таймишара, что ли? Да не дай, блин. Таймишара. Андрюха, ты ж спиннинг так сломаешь, когда держишь. Я тебя сколько раз тебе говорил. Не будь как на... Не держи так спиннинг. Все, давай, забирай, я снимаю. Он еще на шнур, смотри, сейчас бывает. Андрей борется с таймишонком. Иди, дурачок, все равно откусишься. Иди сюда. Ты твоя свобода. Во. Для Андрея это очень важно, забрать этого таймишонка. Да возьми за шнур, да в лодку его уже, что ты мучаешься. Красавец, брат. Да что, брат? Мои поздравления. Ты, да при чем здесь поздравления? Ты видел, что творится сегодня, а? Вообще. При чем тут творится, не творится? Ну, мы добились результата. Не ломай ему жаберную крышку, нахрен ты ему ломаешь, там уже кровь потекла. Куда его уже отпускать, блядь? Да все, ничего не потекло. Нормально все. Красавец. Отпускай. Все, ушел. Отлично. Вот и все. Наша рыбалка с Андреем подошла к концу. Будем мы сейчас сворачиваться. И поедем мы домой. Вот. Кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. До свидания всем, до новых встреч.